Если кто-то из вас следует последние несколько недель циклу проповеди, который я начал, пойти на принцип, то, я надеюсь, вам понравится, о чем буду говорить сегодня. Пойти на принцип. Каждый из нас имеет принципы жизни. Эти принципы у некоторых основаны на, личных, на личном воспитании. Некоторые принципы лишь потому, что я не согласен с другими принципами. Некоторые принципы, которые мы заложили у себя еще с нашей прошлой жизни, с которой нужно расправиться. Но когда Писание говорит о принципах, она говорит о десяти заповедях. Некие, за, каждыми, э, заповеди, за каждой заповедью, которую дал Господь, лежит принцип взаимоотношений. Бог полагает за заповедью принцип. Давай поговорим, сын мой я это для тебя делаю. Дочь моя, давай поговорим, пообщаемся. Как тебе жить счастливой жизнью и благополучной? Как тебе жить преуспевающей жизнью? Потому что очень часто мы говорим такие моменты, мы хотим жить хорошо, а хорошо жить не запретишь, да? Поэтому нужно относиться к людям и к Богу относительно тех принципов, которые заложены в Писании. Сегодня я не буду говорить о правилах празднования шаббата. И как мы это должны делать в наших домах? Потому что принципы, которые заложены э, 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 и, иудейской семьей, она переходит из поколения в поколение, какой-то модернизации, какими-то новыми условиями. Но я хочу говорить с вами о другом. Я хочу говорить о принципе, который называется принцип покоя. Покой. Мы говорим шаббат, да? но в сущности подпункт моей проповеди Отдохни от рабства. Другими словами, принцип: отдохни от рабства. И вот на самом деле, если вы хотите узнать, а как праздновать и принцип или как условия и правила празднования еврейского шаббата, вы можете зайти на нашем канале на YouTube и посмотреть. Но все же я хочу напомнить, что целью десяти заповедей лежит взаимоотношение, принцип, где Бог говорит: давай мы, мы будем иметь взаимоотношения. Ты и я, ты и твой сосед. Сегодня поговорим о принципе покоя. Что это такое? В котором скрыто на самом деле целое послание. Почему я говорю об этом? Потому что Моше останавливается на этом принципе, на, этой заповеди, на четвертой заповеди очень тщательно. И делает четыре, вот в наших Библиях четыре пункта или четыре стиха. В еврейской э, Торе вы не будете видеть э, 8, 10 и 11 стих. Вы не будете это видеть. Вы будете просто видеть послание. И послание, оно важно, потому что эти послания, которые Бог оставил через Моисея, и мы читаем в 20 главе книги Исход, важны. И также хочу сказать, что мы с вами спасены по милости и благости Господней через Ишуа Мессию и через его жертву. Мы не спасаемся через исполнение десяти заповедей. Мы спасаемся по милости, благодати Ишуа Мессии, который добровольно отдал себя на смерть. Воскрес из мертвых для нашего оправдания. Но все же эти десять принципов, десять заповедей даются нам как эталон нашего характера, помогающий нам жить святой жизнью. А слово «святой» означает «отделенный» в сторону, за, от, отделенный от общества, от, от других, то означает быть отделенным от мирского, раскрывающего в собственных похотях мира. Итак, дети заповедей даны нам как эталон характера, так как где, где мы отделяемся, мы не, не похожи на остальной мир, но спасаемся мы только через жертву Ишуа Мессию. И веря в это. Понимаете, да? Итак, мы начнем читать. Исход 20 глава, 8 и 11 стих. Помни день субботний. Чтобы светить его слово, светить, помните, мы говорили, отделять его от всех остальных дней. Не смешивать его с другими днями. Нужно отделять его. Шесть дней работай и делай в них всякое дело, всякие дела твои. А день 7 суббота Господу. Богу твоему, не делай в онный никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Как, почему? Причина. Ибо шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Интересно, правда? Вы скажете, окей, как нам подойти к этой заповеди? Что за принцип стоит вот в этой заповеди о седьмом дне, в субботе? В современном христианстве очень осторожно относится к практике иудейских э, ну, мы сказать, практик, как внедрять это э, в христианскую образ жизни, и иудейские практики. Многие, многие э, очень осторожно к этому относятся и имеют право, я, я считаю, что имеют право, потому что не все э, э, иудейские э, практика вся иудейская практика неприменима да, э, к христианскому образу жизни. Но все же э, многие заинтересованы. Им интересно, что происходит, и как евреи делают одно, другое, третье. Заинтересованы настолько, что ездят в Израиль, делают проповеди, показывают Эрец Израиль, где был Ишуа, что он делал, в какую силу уходил, что происходило тогда. Мы также заинтересованы в спасении еврейского народа, потому что понимаем, многие, особенно верующие и христиане, что когда Израиль воззовет Баруха Лаба Господь придет, поэтому нужно благовествовать. Чем больше евреев спасется, тем раньше Ишуа придет. Ну, это тоже может быть идея хорошая, да. Но все же нельзя не заметить, что среди десяти заповедей, а одну из них, одну заповедь, каким-то образом она игнорируется среди христианского мира. И этой заповедью является заповедь о покое. По какой-то причине мы. Подсознательно, я не знаю почему, но верующие люди, как христиане, подсознательно понимают, что заповеди, 10 заповеди, они очень важны, они настолько важны, потому что мы понимаем сущность. Да, не будет у тебя другого Бога. Все понимают, да? Все мы понимаем, что все, у нас только один Бог, Бог сотворивший небо и землю, который дал нам обетование, который дал нам своего Сына, который дал нам искупление, и мы понимаем другого Бога у нас. Не может быть. Мы также понимаем, что мы не должны иметь себе каких-то кумиров, каких-то изображений, каких-то еще, потому что нас, мы, Бога никто никогда не видел, поэтому лучше ничего не иметь, а знать и верить и чувствовать, что Бог, Он есть. Мы также понимаем, что не произноси имя Господа напрасно. Мы об этом говорили в прошлую субботу. Мы также понимаем, что э, нужно почитать родителей, не убей, не злосвидетельствуй, не кради, не возжелай, не прелюбодействуй. Эти 10 заповедей, они живут, но по какой-то причине. По какой-то причине. Можно каким-то образом красиво отойти от субботы. То есть, или покоя. Вы скажете, о, Рэбе, вы начинаете проповедовать субботство. Друзья, давайте дойдем до конца, вы поймете, о чем я буду говорить. Вопрос субботства, суббота не спасает. Услышите меня, пожалуйста, суббота не спасает, спасает Христос, спасает Мессия, но есть принцип, заповеди, которые мы должны увидеть для себя и почерпнуть, какие наши личные отношения с Богом в этой заповеди. Почему всегда верующие игнорируют Четвертую заповедь? Ну, я скажу так, стоит, не стоит пренебрегать Четвертой заповедью, и я вам дам несколько пунктов, почему. Ею не стоит пренебрегать. Исполнять и в чем принцип для человека заложен в этой, в этой четвертой заповеди. Первое, что я хочу сказать: в четвертой заповеди совершается сверхъестественное. В четвертой заповеди совершается сверхъестественное. Многие из нас на самом деле. Мы желаем сверхъестественно, мы хотим получить исцеление, мы хотим получить Божье благословение, мы хотим быть преуспевающими, мы хотим быть, знаете, успешны во всем. А где принцип? В чем принцип? Я вам покажу. В этот день Богу предоставляется возможность неожиданно и удивительно повлиять на твою жизнь, обеспечить ее, если ты не работаешь 7 дней. Вы слышите, нет? Да, да, да. Сверхъестественное проявляется, Бог проявляет тогда, когда ты начинаешь Ему доверять. Смотрите, в 16 главе этой же книги мы читаем. И Моисей сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Помните, святая это отделенная, не смешиваемая. Да? Это святая э, суббота Господня. Что надобно печь, пеките. И что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел им Моисей. И оно не восмердело, и червей не было в нем. Скажите, ого, что случилось? А что случилось до этого? В 20 стихе написано, что «но не слушали они Моисея и оставляли от всего некоторые до утра, изобрелись черви, и оно восмердело». То есть каким-то образом, что было чересчур много, то насобирали много, вместо того, чтобы оставить, да, они к себе в закрома, как у нас бывает, что мы себе в чулок что-нибудь натолкаем, да, там, так на всякий случай. На всякий случай, да? А потом под диван или там под матрас, а оно моль съело. Бывает такое, да? Труха бывает. Кто там, я, я знаю одного человека, который припас немножко денег в банке, закопал в банке. Пошла вода. И много-много тысяч долларов, много-много, много, много, много появи, по, 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 за неделю, лицо там превратилось в ничто. И у него ваш инфаркт был. Припас немножко, собрал немножко. Послушайте, бывают вещи, которые здесь написаны очень удивительно. Есть люди, которые себе чуть побольше забрать, без надежды на Бога. Смотрите, что происходит дальше. И сказал Моисей. Уже суббота Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете Его на поле. Шесть дней собирая Его, то есть мана, седьмой день суббота, не будет Его в этот день. Знаете, о чем он говорит? Мы читаем хорошую историю нормально. Принцип какой? Услышьте принцип, который Бог говорит. Бог не обеспечит тебя, если ты будешь работать 7 дней в неделю. Знаете почему? Потому что ты сам себе пытаешься обеспечить. Ты сам себе хочешь быть Богом. Ты решаешь себе, что делать. И Бог говорит, седьмой день ничего не будет. Даже если будешь работать. А вот они пошли. Некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. Он говорит, Бог говорит, Пожалуйста, друзья, работайте, пошите, делайте, что хотите, а успеха у вас не будет. И я объясню принцип. Не потому, что ты не получишь какие-то деньги, а потому, что здесь есть принцип, который Бог хочет тебе показать. И сказал Господь Моисей, доколе будете вы Уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих. Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он дает шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь, каждый у себя в доме, никто не выходите от места своего и седьмой день и покоился народ в седьмой день. И это важно понять, потому что в этой заповеди есть принцип. Принцип, который дальше описывается во Второзаконии. Мы знаем, что при исходе, мы, мы видели, Бог давал закон, во Второзаконии оно как будто повторяется, но оно как бы дополняется с очень важным смыслом. Поэтому у нас во время Шаббата есть две свечи. Храни и помни. Да, храни, это мы говорим об исходе 20 глава, и помни, вспоминая о том, что в второзаконии 5 глава, там есть слова, которые должны сбиться нам в голову как верующим, я сегодня говорю не только в еврейскую мессианскую общину, сегодня обращаюсь к верующим людям, христианам, которые знают Иешуа личным спасителем, знают Бога, у которого есть принципы жизни, и эти принципы записаны в десяти заповедях, и мы эти принципы можем и потреблять в свою жизнь, чтобы быть успешными. Второзаконие 5 глава 12 стих. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедовал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота Господу, Богу твоему, не делай он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни рабы твои, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнуть, а чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя, как и ты, чтобы что? Отдохнул. Рабыня твоя, раб твой, все, что в твоем доме, отдохнуло, и ты тоже. Дальше. Здесь вот запомните. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Принцип Шаббата. Помнить, что ты был рабом. Отдохни, выйди из рабства. Принцип покоя означает отход, выход из рабства. Я вам скажу за вопрос. Ваша как неделя загружена? У нас есть планы. Посетить доктора, пойти на, даже пускай там лето на, на пляж, пойти погулять с детьми, работа, собрать, убрать, прибить, умыть, помыть и все остальное. У нас вся неделя расписана: где, когда, когда пойдем, когда нужно делать, когда все. И здесь мы становимся рабами. На самом деле, рабами нашего естества, то, что мы должны работать, в поте лица свой будешь добывать свой хлеб, правда? Мы понимаем, что это нужно обеспечение семьи и тому подобное и тому подобное. И друг Бог говорит: секунду, остановись, ты раб обстоятельств. И если ты будешь рабом всю свою жизнь, ты никогда не научишься быть свободным. И Он говорит: суббота. Напоминаю тебе, чтобы ты вышел из своего рабства. Вышел, и ты написано: отдохнул ты и твои дети, и твои, твои, твои подчиненные, и те, кто у тебя в бизнесе, чтобы все могли отдохнуть. Рабы не имели в то время никакого отдыха. Рабы не имели. В Египте Израиль не имел понятия с шаббата. Им нужно было работать, работать и работать. Работа делала людей рабами. И те, кто постоянно работали, они и считались рабами. Кто же имел в себе привилегию отдыха? Господа, процветающие люди, элита, да? царство, цари священники. А как Бог называет Израиль? Царство священников. Как Павел, Петр говорит, вы кто? Царственное священство. И другими словами, он говорит, помни, что я вывел тебя из рабства. Посему я даю тебе возможность что-то сделать. Будь царем. Будь наследником. Будь тем, кто может и должен войти в свой покой. Бог может сделать для тебя намного больше за 6 дней, чем ты себе лично за 7. Бог может тебе дать за 6 дней больше, чем ты за 7 дней для себя. Просто посмотри вокруг. За 6 дней Бог сотворил все то, что ты видишь что ты чувствуешь, переживаешь. И за 6 дней сотворил то, что ты даже и не видишь. Это правда. Знаете, очень интересная есть ну, такая история такая. Ну, мне ее рассказал мой сын Давид. Он сильно любит один ресторан такой фастфуд, быстрого приготовления, как Макдональдс такие, да, вот такие. Их, они очень распространены, особенно сейчас уже на Украине. И где не идешь, маленькая кафе, кафешка, все, каждый пытается заработать, да. И он мне говорит, он говорит, я хочу вас пригласить в чик филей Это такое американская сеть быстрого приготовления ресторанов. И мы пошли туда, очень как бы, вкусно. И он мне говорит, ты знаешь, что те ребята, воскресенье не работают. Я говорю, как не работают? Он говорит, папа, вообще-то как бы, это верующие люди. Даже э, э, они э, вот, поддер семью поддерживают. И было сильно ну, пытались бойкотировать их положение относительно э, как бы однополых браков и все остальное. Потому что они четко верующие, они э, разделяют. Вот Семья-то человек. Это мужчина и женщина и дети. Очень серьезно. Они верующие, глубоко верующие люди хозяева и вся компания. Поэтому они в воскресенье дают полностью отдых своим подчиненным для одной причины. Отдохнуть и второе, вторая причина для поклонения Богу. Да? Воскресенье ⁇ это самое прибыльное дело. В воскресенье больше всего люди зарабатывают, правда? И, в это, и на, 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 на улицах, во, во всех бизнес что Денежки надо заработать, надо же себе. Среднестатическая ресторан в Америке, прибыль одного ресторана 1 миллион долларов. Один миллион. И они работают 24 чуть ли не 7, что, как, как Макдональдс и все остальные такие, да, вот, и работают все дни недели. Чик филей. Не работает 24, 7 и один день воскресенье, полностью закрыты. Прибыль за одного ресторана за год 5 миллионов. В пять раз больше. Когда мне Давид это рассказал, говорю, вау, это принцип отделения Богу. Как десятина отделения Богу то, что Божье. То, что дает нам во-первых, нам правильное отношение. Как я говорил, чудо. Первый принцип. В шаббат происходит сверхъестественное. Потом происходит следующее. Бог дает отдых. Суббота является знамением этому миру. Знаете или нет? Если многие не знают, да, я понимаю, что есть понятие такое, как Ишуа является свидетельством, то есть этому миру. Потому что... Но ну, и в проповеди спасением всего мира. Для, знамение именно для этого мира спасение через Ишуа Мессия. Но также суббота является знамением этому миру и заветом с народом Божьим. С Божьим народом. И которым являлся Израиль. Что происходило в то время? Исход 31 глава 14-17 стих. Соблюдай субботу, ибо она свята для кого? для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. И кто станет в онную дело дело, да душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день в да будет предан смерти. И пусть хранятся на Израиле в субботу раз, раз, эм, празднуя, извините, празднуя в субботу в роды свои, как завет какой? Это знамение между мною и сынами Израилями навеки. Никто другой из народов не имел этого. Вы слышите? Бог говорит, секундочку, все народы от зари до зари, от зари до зари, 365 дней в году, от зари до зари. 24 часа. Они себе работают, работают, а у нас будет другой Один момент. Когда кто-то из народов захочет с вами поработать немножко, у вас должны быть принцип. Мы в субботу, что? Нет, Они скажут, а чего это так? Маленький гешефт. Йося, ты что, не хочешь заработать миллион? Хочу, но не сегодня. Как не сегодня. Завтра, в воскресенье или понедельник, это будет всего лишь 100 тысяч. Такой соблаз, правда? Он говорит, не хочу, а почему? Ха -ха. У меня есть Бог, который нас создал и нам дал заповедь. Он сам почил и нам велел отдыхать. Что за Бог такой? А дайте мне рассказать, друзья, какой у нас Бог. Свидетельством. Шаба, то есть отдых, я не говорю сама суббота как день недели, а сам принцип нашего покоя в Боге, где мы уделяем, и наши отношения с Богом настолько сильны, что мы можем свидетельствовать своей жизнью, что Бог изменил нас настолько, что это предоставляется возможность каждому человеку. Если сам Господь почил дел своих, на русском языке говорится так, отдохнул от своих дел. Может и нам это делать? Начинать употреблять возможность. Я говорю сейчас всем верующим, абсолютно всем. Тогда у людей будет очень много вопросов. Вы скажете, Рэба, все хорошо, но если Бог всемогущий, что если Он, у Него сил всегда на всех хватает, Послушайте, столько человека а, в мире, что же ты сам? Он хочет, что Он устал от всех нас? Написано, потому что в шестой день сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоится. Слово покоиться это вот такое, как бы релекс, такой, да, отдохнуть. Как будто сильно Он устал. Истомился Он в своих силах. Не стало у него сил. Знаете, иврит очень вот сочетание слов. Для тех, кто имеет теологическое образование, для нас, вот, особенно для тех, кто учится в семинариях и так далее, сложно понять. Вот всемогущество Бога, и Дьявол написано, что он отдыхает, почил, покоится. Но здесь на иврите используется слово, которое выражается как вот вдохнул. Не просто отдохнул, а вдохнул. У нас же есть выражение "Дай перевести дух" или "Дай мне отдышаться". Когда мы говорим это, что это значит? А? Я их спрошу. Вот когда мы говорим "Дай мне отдышаться", а? Что? Дайте, ну типа успокойся, дай мне отдохнуть, дайте мне. Раздохнуть. На самом деле здесь происходит нечто великое. Шесть дней Бог творил небо и землю. Как Он творил? Словом. А если мы созданы по образу подобию Божьему, да, то и мы тоже можем что? Говорить. А ну теперь скажите. Да будет. Что вы делаете? Фух. Нет. Мы выдыхаем. А? Мы выдыхаем. И как... мне нельзя сказать, эй, ты... нет!» <свистит> Можно, но, но как-то не, не по-божески звучит, да, когда так странно. Скажу, с то искажением, похоже на гоблина какого-то. А вот именно когда он творил, он выдыхал дух жизни. И фактически, Бытие, 2 глава, 7 стих. И сказал Господь Бог, и создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в его лицо дыхание жизни и стал человек душою живою. И после этого, написано, после этого он создал или остановился от дел своих и так говорит, дай мне отдохнуть, то есть перевести дух. Бог не, не закончил делать то, что Он делает и сегодня. Он творит Шу говорит: Все творю все новое. Но в данный момент есть принцип принцип Шаббата. В Шаббат на самом деле, мы имеем практику. Еврейский народ имеет практику, которая уже связана с э, тысячелетним э, практикой и переходит из семьи в семье, из общины в общину. Есть изменения, но все-таки основные вещи, которые практикуются, Практикуется самое главное, то, что мы помним, что этот день сотворил Бог. Мы помним, что мы были рабами, стали свободными. Мы помним, что в этот день важно помогать тем, кто нуждается. Друзья, и вы знаете тех людей, которым нужна эта помощь. Помните, мы говорили, немножко собрал, чтобы было на потом, а потом ничего не осталось. Так вот, шаббат для того, чтобы было достаточно и поделиться с теми, кто нуждается. В этом как бы и есть заповедь. Начинается шаббат в пятницу вечером за 18 минут до захода солнца. Зажигают две свечи. Женщина, жена, мама в доме зажигает две свечи. Храни и помни. Исход 20 глава и второзаконие 5 глава. Потом ужин, потом чтение Писания, разговоры, общение. Утром идут на собрание. Идут на собрание. Вообще, вообще в синагоге идет собрание с 9 часов утра до 12 примерно. Слава Богу, у нас чуть-чуть меньше. Да, можно сказать, слава Богу. Но при всем этом, после этого, красиво, спокойно идут домой, чтобы покушать, пообщаться, почитать, может быть, даже поспать немножко, отдохнуть. Так вот. Потом с семьей пойти на прогулку. Если вы хотите увидеть, как это происходит, немножко пройдитесь по Дерибасовску, сразу увидите тех, кто э, дуже э, близок к синагоге с цитами не выходят, гуляют спокойно в развалочку и так далее. Вечером опять немножко что? Покушать, да? И потом за 40 минут, или после 40 минут, после захода солнца, перед, перед э, э, появлением трех звезд, они делают гавдалу. То есть завершают шаббат. И завершают шаббат молитвой, которая важна для нашего вот разумения. Это молитва отделения святого от мирского. Шаббата от будней. И похоже, что это на самом деле классный день, правда? Кто из вас бы не против, как бы по-еврейски, шел как не как с как, как, как не праздник, то э -э, кушаете. В чем проблема? Нас хотели что? убить, мы победили давайте покушаем. Если мы хотим узнать, что такое свобода, мы сделаем, посмотрим, что такое отдых, покой. И здесь на самом деле ты входишь в этот покой, и ты отдыхаешь от дел, которые э, у тебя есть. Фактически похоже на хороший отдых, правда? Я скажу так честно, для меня, это, для нашей семьи это очень важно – у нас настолько был построен график, даже когда мы учились за рубежом, что мы отделяли каждый день. У меня был каждый день работа такая вот не работа вот приходили мы купали детей наших мы их собирали и потом гуляли с ними два часа мы просто гуляли с нашими детьми в парке мы э, на качелях я с ними лазил везде все настолько это было для других людей э, сюрпризом что я такой был папа да что у меня нас фотографировали и сказали лучший папа года и вы знаете, Мои дети сегодня говорят такие слова. Татьяне и мне говорит, мы хотим воспитать наших детей, как вы воспитали нас. Есть благословение сверхъестественное, но также есть и последствия за невыполнение покоя. Есть последствия, то, что ты не выполняешь покой. В числах 15 глава 32 по 36 стих. Когда сыны Израиля были в пустыне, Вышел, вышли, э, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И не сказано, как что-то за человек был. Нет разницы. Привели его наш, э, нашедшие, его, его собиранием дров в день субботы к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израилев. И посадили его под стражу. Смотрите внимательно. Его не схватили за убийство, за кражу, все. За то, что собирал хворост. Его посадили под стражу, под копье, с ружьем охранять. Да? Интересный момент. Может, кто не замечал, но его под стражу поставили. Под, э посадили по стражу, потому что не было еще определения, что должно им сделать. И сказал Господь Моисей, должен умереть человек сей, пусть побьют его камнями все общество вне стана, и вывел его все общество вон из стана, побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисей. Сказали, а, вы, 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 мы начнем каменное служение? Нет, друзья. Нет, у нас сегодня другое общество. Поэтому многие говорят, что нарушение субботы нормально. Кто за это что делает? За прелюбодействие можно посадить. Да? За воровство можно посадить. За убийство могут посадить. А тут за нарушение свободы кто что сделает? Поэтому так относится. За каждым законом, за каждым законом существует принцип. И это очень серьезно. Наказание за то, что ты собирал хворост. Смерть. Четыре есть случаи, за что побивали камнями до смерти. Это прелюбодеяние. Это убийство. Убийство, между прочим, не просто убийство, а намеренное убийство. Понимаете, да? Там на иврите больше говорится, как если ты замыслил или строил э, планы на убийство, за это убивали. Да, вот, Почему? Потому что такой человек становится, эм, так сказать, безразличен к жизни человека. Он еще готов на еще следующее преступление. Чтобы не распространялось это, делали наказание. Следующее. Помните, если ребенок, он неправильно воспринимает своих родителей. А? За непослушание, за, за бунт детей или юношей даже какого образу возраст ты бы не вот еще оставался ребенок да? тебя тоже за бунт побивали камнями и следующее за нарушение субботы я понимаю что это очень такие серьезные обвинения но слушайте многие люди многие люди могут сказать а у меня в субботу есть бизнес поэтому я не могу ну вот не могу я не могу приходить на собрание, на служение. Нормально, друзья, это нормально. Выдели себе другой день. Иди, я, если вы подойдете ко мне и скажете, я не могу, ну у меня реально вот так загружен, я это сам не могу, не ощущаю я уже 10 лет не посещаю общину, да, там или сколько-то. Но я член, член общины. Я сразу скажу вам, найдите себе общину, церковь. Если у тебя суббот, воскресенье, су, свободный день отдыха, найди и там. Но я, я вам скажу одну вещь. Честно скажу, привычка – это плохое, плохое воздействие. Если ты за основу своей жизни не сделал день покоя для себя, для Господа, отделенного от всего всей недели, независимо, суббота это, воскресенье это, или какой-то другой день, ты всегда будешь им пренебрегать. Это вот гнилое состояние человека. Ра, ладно. Многие, кто смотрит нас в интернете на прямом эфире, говорят, о, вы пытаетесь сделать из людей э, это, субботствующих, там, и, и всех, как бы, чтобы под еврейство там, загнать. Друзья, не в этом смысле. Абсолютно. Если ты нарушитель, да вот даже простых вещей, которые где Бог хочет тебя благословить, и ты думаешь, что в другого в день тебе будет лучше, иди, покажи, доделай, но прими это в сущность своей жизни. Я обращаюсь сегодня к верующим христианам, не оставляйте собрание вашего, посвятите. Любой день будет искушение. В воскресенье могут вам позвонить из UPS, из, из, из резетки, из чего другого там, это позвонить, сказать, забирайте, пожалуйста, вашу почту, придите заберите горим все разгружаете и все остальное пойдете один раз на компромисс второй раз потому что есть принципы есть принципы если мы помним что за нарушение мы покоя мы имеем возмездие я вам нап нап напомню какое оно есть второе по тысяча 36 глава 20 21 стих и переселил он оставшийся от меча Вавилон. И были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского. Доколе не восполни, э, э, исполнение слова Господня, сказано устами Иеремии. Земля не, не оправдывала субботы своих или отпраздновала субботы своих. По секундочку, земля еще должна праздновать что-то? Да? Ну, я думал, что только у людей праздник есть. На Ибице каждый день. А еще, кажется, земля не отпраздновала своих суббот. Во все дни запустения она субботствовала до восполнения 70 лет. Давайте посмотрим теперь. Если за каждые каждый семь лет Израиль должен был отдать свою землю в покое, ничего не делать, да? А земля-то Богом дана, правда? Это Бог говорит, я сочетался со своей землей, это моя земля. Я даю вам ее в пользование. Но, между прочим, на седьмой, день, на седьмой э, год вы ее немножко так не трогайте. Потом происходит, что за 70 лет, будучи в Вавилоне, это значит, 490 лет Израиль просто-напросто бесконечно пользовался для своего наслаждения, для своего прибыли, для своей как бы, уточнения землей, которая должна была иметь отдых. Конечно же, если вы э, будем так 49 лет делаете одно и то же и не видите никого, э, ну вам как бы сверху гром не ударил, там как бы вы не получили наказание, то, конечно, вы привыкаете. четыреста 490 лет можно было привыкнуть и сказать, да подождите, гуляй, душа, делай, что хочешь, все нормально, Бог не покарал. Кажется, земля еще должна отдыхать. Ну, как бы, земля должна работать, приносить бизнес, правда? У нас же такое же мышление. Если я вам скажу честно, если вы в течение например, даже года, например, например, в течение года, вы раз нацать не посетили там собрание, у вас там сильный бизнес, сильный это, э, такой вот, аж вы зарабатываете хорошо. Либо там вы перестали ходить на, на, на ячейку, там, потому что у вас был это единственный день, когда вы могли и углубиться в писание, послушать э, людей, за вас помолились. Вы посчитали что-то так нормально, ничего плохого не произошло. Вы привыкаете. Я вам скажу новость. Вы не избежите наказание. Израиль за то, что он не делал 490 лет. Сколько поколений прошло? И они скажут, подождите, а мой дед, мой прадед то же самое делали. Оно достигло. И Бог говорит, за 70 лет, посидите немножко в Вавилоне 70 лет, а дайте моей земле отдохнуть за все остальные года. Если мы думаем, что мы избежим, мы ошибаемся. Если мы думаем, что мы все у нас пройдет просто так, мы ошибаемся и задам, задам простой вопрос. Может быть, мы на самом деле делаем беду себе. Может быть, мы на самом деле хотим умереть. Может быть, мы внутри себя заработались так сильно, что укорачиваем себе жизнь на земле. И думаем, что мы ничего так бы не будет с нами. Помните, поэтому многие из вас и умирают, потому что неправильно подходят к самому причастию, самому понятию отдыха, покоя. Не только есть наказание, но есть и благословение. Благословение, которое находится в Шаббате или же в покое. Марка 2 глава, 23-28 стих. «Случилось ему в субботу проходить засеянные полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что делал Давид, когда имел нужду, залкал сами бывшие с ним? Как вошел он в Дом Божий и при пересвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которое не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота не для человека, вернее, для человека, а не человек для субботы. И дальше по всему Сын Человеческий есть Господин в субботы. Причина, Проста. Иешуа говорит важное откровение. Бог не творил субботу для того, чтобы человек служил ей. Но Бог сотворил субботу, чтобы суббота служила человеку. И у нас в еврейском обществе существует высказывание. Израиль хранил субботу, а суббота сохранила или хранила Израиль. Бог сотворил семь дней для того, чтобы... Седьмой день для того, чтобы мы в нем отдохнули, чтобы мы смогли наслаждаться и Божьим присутствием, отношением в семье, иметь отношение с Богом и, и, и иметь отдых. Более того, скажу, Бог дал этот день для того, чтобы мы, отдохнувши, захотели работать и потом. Скажите, ну Бог же мог сделать шесть дней? И потом вечно поши, работы, 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 работы. Но Бог сотворил этот день, чтобы мы отдохнули в нем, мы смогли отдыхать и восстановиться своими чувствами, восстановиться, как вдохнуть в новые переживания и захотеть по-новому работать в следующей неделе. Это очень важно понимать. Она послужила нам, чтобы эта суббота или покой послужил нам. Кто-то из вас берет отпуска? Да? Некоторые уже, уже 20 лет в отпуске. Ни работы, ничего нету. Но когда вы работаете и берете отпуск, вы через время, пятый, шестой день, или пускай неделя проходит, вы чувствуете все. Готов работать дальше. Почему мы не делаем это в течение того, что Бог нам дал недели? Нам нужно отпуск. Я за, я за отпуска. Я за то, чтобы мы могли восстановляться, восстановиться. Но я за то, чтобы мы разумели, какой это день. Мой полный день отдыха — это воскресенье. Чаще всего ко мне не дозвониться, не достучаться. Это мой отдых именно полный, потому что шаббат вот здесь, да, я, хотя я отдыхаю, но мне приходится значит, трудиться, говорить к вам, общаться с вами, да, решать некоторые вопросы, сказать, а, нарушайте вот Вопрос не, не самого дня, послушайте, а вопрос того почтения, того восстановления. И иногда люди звонят и говорят, а, рэба, а приедьте там посетить, там еще пойти на рыбалку, поехали куда-то. Я говорю, какой сегодня день? Конечно, есть исключения, когда меня зовут, где-то попроповедуют, но это очень бывает редко на воскресенье. Знаете, бывает в субботу тоже так, знаете, приглашают, нужно подчинить что-нибудь, там нужно перенести, увести, это такой перевоз людей. Я говорю, друзья, какой сегодня день? Часто, когда делают конференции, да, тоже так. Я говорю, друзья, какой сегодня день? Все, о извиняюсь, извиняюсь. Знаете, мне больше всего понравилось, когда наши дети росли, и э, мы их хотели в спортивную школу отдали. Поняли, что они э, спортсменами не будут, потому что как бы так, э, другие на, были э, причины. Отдали музыкально, как любая еврейская семья должны да, быть немножко музыкантами, да. Отдали их в э, музыкальную школу. И по моему большому удивлению, Рому, которому мы хотели отдать, быть трубачом, он избирается. Э, скрипку, это было как-то так интересно. И вот приходит момент, когда э, э, учителя начинают говорить: слушайте, а чтобы вам не привести детей и в субботу, давайте у нас как бы и учителя и в субботу и там играть, и все нужно все. Я говорю, а чтобы мне не попросить кого-то убить в субботу? Попросите меня, чтобы еще кого-то ограбить в субботу? Почему вы считаете, что если убийство или ограбление это преступление, а нарушение субботы так положено? Вы понимаете, о чем я говорю? Момент мы должны понять для себя, какой Божий дар дал нам Бог в нашем покое. Неважно какой день, почитающие дни для Господа почитают. Имеется в виду о субботе. Для, для народа Божьего остается субботство. Не само, Сам принцип дня, конечно, он очень важный. В нашем доме мы делаем шаббат, пятницу вечером, как нормально. И когда заканчиваются наши все дела в субботу вечером, возвращается Черноморска, я возвращаюсь вдохновленным. Я, и вы все скажете, ваша работа, ваше дело. Вы возвращайтесь, как хотите. Вдохновленный, уставший, это ваше дело. Но я хочу сказать другое. Чтобы наш день покоя, мы должны взять его. Если это воскресенье, возьмите, христиане, возьмите его правильно. Если это другой какой-то день, используйте его для того, чтобы иметь отношение с Богом. Работа, работа, работа. Это работа не волк, вылез не убежит. Да? Но я хочу честно сказать, были личные примеры. В, когда я имел бизнес в Америке, я никогда не, приним, э, не принимал заказы и не работал в мой день покоя. Я помню, один раз у меня, как бы я пошел на компромисс, потому что нужны были фи, ну, как бы финансы э, э, в семье. И Я как-то посчитал, ну вот, э, я вот тут сделаю, быстро я успею. Вы знаете, в тот день мой автомобиль поломался, и он мне дороже стоил восстановить, чем я заработал. Я понял урок, что мой день покоя – это мой день. После этого я никогда не шел и не менял мой заработок на мой день покоя. Потому что каждый раз, когда мы это делаем, мы теряем. Мы теряем первое отношение с Богом, потому что оно становится каждый день обычным днем наша суетой. Отношения с Богом мы теряем, мы перестаем слышать Бога, потому что мы не следуем его заповедям. Божий дар для всех нас ⁇ это день покоя. Поэтому каждый раз, когда мы сильно-сильно хотим поработать те дни, которые мы посвятили Богу, мы должны помнить, доверяем ему или нет. Я обращаюсь с к тем к верующим христианам, которые в бизнесе они говорят Бог меня успе... я преуспеваю при всем этом как бы я на машинах всяких разных езжу и все остальное дома и все остальное потому что я работаю для семьи работа это правильная все я не против работы правильно но она догонит нас и если мы не доверяем Богу и работаем все дни недели мы не доверяем Его слову не доверяем Его обеспечению если мы хотим иметь прорыв нашей жизни, мы должны иметь день покоя. Принцип. Имея отношение с Богом, уделяя этому времени, чтение Писания, молитвы с Ним, с детьми, с женой, с друзьями, чтобы ты мог отдохнуть от своих дел и восстановиться.